Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Отечественная турбонасадка вне конкуренции, GSM-управление котлами Бакси, официальные точки продаж продукции Lemax. По сообщениям инсайдера Lemax, компания готовится к выпуску турбонасадок со встроенным реле времени, что обеспечит работу турбонасадки еще некое время после отключения основной горелки. Тем самым сводится к минимуму содержание угарного газа в помещении котельной. Данное оборудование можно подключить к котлам серии Premium и Leader с индексом N, а также Clever и Wise. Это нововведение – большой пинок всем производителям в данном сегменте. Правильной дорогой идем, товарищи! Компания Бакси совместно с торговой маркой Microline запустила продажи GSM-термостата дистанционного управления котлом по шине OpenTherm Zond H1B. Это устройство не только обеспечит контроль за котлом и температурой в доме, но и полное управление им же. Распаковку термостата вы уже могли видеть на нашем канале. Для тех, кто пропустил, ссылка в описании. Монтаж и настройку данной системы вы увидите в одном из следующих видео. В стране все больше и больше появляется официальных точек продаж Lemax. Покупая оборудование в данных магазинах, вам становится доступно адекватная цена, сервисное обслуживание от производителя, а также дополнительный год гарантии. На официальном сайте производителя во вкладке «Где купить» такие магазины обозначены эмблемой торговой марки Lemax. Одним из таких магазинов является магазин Миргаза в городе Старый Оскол, куда мы отправимся в ближайшее время пообщаться с его директором. Пока это все новости. До встречи! Зима близко. Обратите внимание на название вашего котла. Если оно начинается на ту же букву, что и заканчивается, копите деньги на новый котел.